Когда пропадает человек, запускается обратный отсчет. Думаю, времени нет. Успеет ли помощь вовремя? Это не моя мама. Пропавшая. Последняя надежда. Сегодня в 20:00 на Перце. Жигунов, Хмельницкая, Шевельков. Самые романтичные приключения 90-х на фоне дикой природы. «Сердца трех». Все 5 серий. В пятницу в 19:30. Кино на Перце. Как певица и актриса, я всегда должна выглядеть великолепно. Поэтому я доверяю только Палет. Новая стойкая крем-краска Палет сочетает в себе интенсивный цвет и уход благодаря улучшенному кератин-комплексу. Цвет, с которым я чувствую себя превосходно. Стойкая крем-краска Палет Шварцкопф. Опыт профессионалов для ваших волос. Еще час назад муж жаловался на боль. Он не мог поворачиваться, наклоняться и вообще двигаться. Еще час назад он и думать не мог о танцах. Однако... Вольтарен Эмульгель с тройным действием помогает, быстро снимая боль, сокращая воспаление, ускоряя процесс выздоровления. Почувствуйте лечебное действие уже через час. Вольтарен. Свобода движения. Преодолеть любые препятствия. Citroën C4 Sedan с увеличенным дорожным просветом и интеллектуальной противобуксовочной системой. От 599 тысяч рублей. Citroën. Creative Technology. Газ. Основа миллиарда звезд. Сердце 2000-градусного пламени. А теперь и революция в моторных маслах. Представляем вам масло Shell Helix Ultra, созданное из природного газа по технологии Pure Plus. Ни одно другое масло не очистит ваш двигатель лучше. Shell Helix Ultra с технологией Pure Plus. Майонез «Мечта хозяйки» настолько вкусный, что результат гарантированно превосходит любые ожидания. И ножи. Заточил. Хорошо бы. Починил. И даже мусор. Вынес. О, сходил, позвонил, поменял. А я с Мартой посижу за добавку. Майонез «Мечта хозяйки». Со вкусом не поспоришь. Выбери своего героя. Изобрети свой стиль боя. Открой для себя мир захватывающих сражений на международной арене. «Страйв». Скачай прямо сейчас. Бесплатно на игры Mail.ru. Когда необходим антибиотик, принимайте вместе с ним «Вобензим». Склоните чашу весов в сторону пользы. «Вобензим» повышает эффективность антибиотиков, уменьшает побочные эффекты. «Вобензим» – взвешенное решение. Папа, а мир еще стоит на трех китах? Да, но уже на других. Первый – сила. Второй – свобода. Третий – третий – спокойствие. Классные киты. Надежный сын. Вклады ВТБ 24. Три кита вашего финансового благополучия. За моими фруктами нужен глаз да глаз. И новый Пемолюкс Сода 5 Экстра ослепительно белый. Он содержит активный кислород и отбеливает бережно, справляясь даже с пятнами от ягод. Без хлорки. Вот это забота. Пемолюкс Сода 5 Экстра. Чистота без страха и упрека. Иногда кажется, что кашель – это бесконечный лабиринт. Но сила природы знает, как найти выход. Эликсир Бронхикум содержит тимьян для выведения мокроты и корень первоцвета для снижения воспаления. Бронхикум помогает в два раза быстрее освободиться даже от сильного кашля. Доказано клинически. Вот он! Лови его, хватай! С этой таксой справится только таксист, а лучше несколько. Четыре таксиста и собака. В субботу в 14:30. Кино на Перце. Разоряетесь на штрафах? Навигаторы, комборегистраторы и антирадары Prology предупредят о радарах и камерах. Не дай себя раздеть! Ролик снят на видеорегистратор Prology с разрешением Super HD. Я Елена. Днем вышла из института и пропала. Успеют ли ее найти? Пропавшая. Последняя надежда. Сегодня в 20:00 на Перце. Повторяй, я девушка. Я девушка? Ты девушка? Я девушка. Да лучше бы я умер. В джазе только девушки. В субботу в 19:30. Кино на Перце.
как певица и актриса, я всегда должна выглядеть великолепно. Поэтому я доверяю только Палет. Новая стойкая крем-краска Палет сочетает в себе интенсивный цвет и уход благодаря улучшенному кератин-комплексу. Цвет, с которым я чувствую себя превосходно. Стойкая крем-краска Палет Шварцкопф. Опыт профессионалов для ваших волос. Иногда кажется, что кашель – это бесконечный лабиринт. Но сила природы знает, как найти выход. Эликсир Бронхикум содержит тимьян для выведения мокроты и корень первоцвета для снижения воспаления. Бронхикум помогает в два раза быстрее освободиться даже от сильного кашля. Доказано клинически. Warface покорил более 20 миллионов россиян. Пора и тебе открыть мир ярких сражений. Стань героем в онлайн-шутере Warface. Бесплатно на игры Mail.ru. Папа, а мир еще стоит на трех китах? Да, но уже на других. Первый – сила. Второй – свобода. Третий – спокойствие. Классные киты. Надежный сын. Вклады ВТБ-24. Три кита вашего финансового благополучия. ГАЗ. Основа миллиарда звезд. Сердце 2000-градусного пламени. А теперь и революция в моторных маслах. Представляем вам масло Shell Helix Ultra, созданное из природного газа по технологии Pure Plus. Ни одно другое масло не очистит ваш двигатель лучше. Shell Helix Ultra с технологией Pure Plus. Эти неприятные ощущения могут быть признаками гастрита и язвы. Маалокс бережно обволакивает стенки желудка, помогая снять неприятные симптомы и предотвратить дальнейшее развитие гастрита и язвы. Маалокс – сила двух компонентов. У йогурта Активия теперь новая баночка. Большего объема и новой оригинальной формы. Больше вкусного йогурта с эксклюзивными бифидобактериями Actiregularis. Активия – хорошее настроение, идет изнутри. За моими фруктами нужен глаз да глаз. И новый Пемолюкс Сода 5 Экстра ослепительно белый. Он содержит активный кислород и отбеливает бережно, справляясь даже с пятнами от ягод. Без хлорки. Вот это забота. Пемолюкс Сода 5 Экстра. Чистота без страха и упрека. Разве вы ухаживаете за собой наполовину? Щетка чистит зубы, а на языке и деснах остаются бактерии, вызывающие кариес, заболевания десен, несвежее дыхание. Попробуйте новый Листерин. Его особая формула очищает тщательнее, чем другие ополаскиватели, уничтожая до 99% бактерий. Листерин. Мощное очищение практически 100% полости рта. А сними меня с новым телефоном. Чекин. Я твой мэр. А теперь я в отпуске. А теперь как я бегаю. А теперь Монжикал. Я добавил тебя в друзья. Не сдерживай себя, самовыражайся. Купи смартфон Samsung Galaxy в салоне МТС и получи до 1500 рублей на интернет и общение. Прапорщик Шматко раскрывает главную военную тайну. Живот прапорщика является мощью российской армии. Я с тебя худею без всякой диеты. Солдаты. Сегодня в 12:30 на Перце. Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек. Это больше, чем население Магадана. Пропадают все – дети, чиновники, военные, бизнесмены, домохозяйки. Причины исчезновения часто остаются тайной. Более 80% пропавших находят живыми. Более 50 человек в день пропадают бесследно. Есть ли у них надежда? Пропавшие. Последняя надежда. Сегодня в 20:00. Мужская цепь «Арго» оптимальной длины – 52 сантиметра. Оригинальное плетение, надежный и удобный замок – это великолепное произведение ювелирного искусства. Современная мужская цепь на шее демонстрирует не только материальное положение, но и стиль и хороший вкус ее владельца. И за это прекрасное украшение для мужчин невероятно низкая цена – всего 1290 рублей. Внимание! Только сегодня в нашем телемагазине проходит акция. В честь начала продаж
знаешь, мы хотим сделать вам подарок. Покупая одну мужскую цепь «Арго», вторую цепь панцирного плетения, вы получаете от нас бесплатно. Звоните нам не мешкая и называйте оператору код товара 50-598. Покупайте это шикарное мужское украшение в нашем телемагазине и получайте две цепи по цене одной. Вы расплачиваетесь за покупку только после ее получения. А звонки по всей России, в том числе и с мобильных телефонов, бесплатные. Мы ждем вашего звонка. Жигунов, Хмельницкая, Шевельков. Самые романтичные приключения 90-х на фоне дикой природы. «Сердца трех». Все пять серий. В пятницу в 19:30. Кино на Перце. Кризис и банкротство турфирмы стараются компенсировать за счет туристов. Вместо трех звезд нарисованы три кегли. Вы знаете, это называется накрутки у нас. Что скрывают турагенты? Сегодня в 15:30 на Перце. Половина украшений в России – подделка. Белый пластик, покрытый такой серебряной тонкой пленочкой. Но есть верный способ распознать фальшивку. Что скрывают ювелиры? Сегодня в 16:30. Это мужская цепь «Арго». Великолепное украшение и красивый подарок любому мужчине на любой случай жизни. Она символизирует силу и мужественность и прекрасно подходит для любой ситуации. От деловых переговоров до отдыха на пляже. Мужская цепь «Арго» оптимальной длины 52 сантиметра. Оригинальное плетение, надежный и удобный замок. Это великолепное произведение ювелирного искусства. Современная мужская цепь на шее демонстрирует не только материальное положение, но и стиль и хороший вкус ее владельца. И за это прекрасное украшение для мужчин невероятно низкая цена. Всего 1290 рублей. Внимание! Только сегодня в нашем телемагазине проходит акция. В честь начала продаж мы хотим сделать вам подарок. Покупая одну мужскую цепь «Арго», вторую цепь панцирного плетения, вы получаете от нас бесплатно. Звоните нам не мешкая и называйте оператору код товара 50-598. Покупайте это шикарно. Шикарное мужское украшение в нашем телемагазине и получаете две цепи по цене одной. Вы расплачиваетесь за покупку только после ее получения. А звонки по всей России, в том числе и с мобильных телефонов, бесплатные. Мы ждем вашего звонка. Все, что может телевидение, может улетное видео. С понедельника по четверг в 19:30 на Перце. У кого-то работа. У кого-то свидание. У кого-то деловая встреча. Кто-то вечно ищет отговорки. Мы ищем людей. Пропавшая последняя надежда. Сегодня в 20:00 на Перце. Когда пропадает человек, запускается обратный отсчет. Думаю, времени нет. На поиски остаются считанные часы. Часы человеческой жизни. Могло произойти самое страшное. Организовывай прочёс, собирай волонтеров. Похоже, она упала или с кем-то боролась. Бегом, бегом, бегом. Успеет ли помощь вовремя? Это не моя мама. Пропавшая последняя надежда. Сегодня в 20:00 на Перце. Кризис и банкротство турфирмы стараются компенсировать за счет туристов. Вместо трех звезд нарисованы три кегли. Вы знаете, это называется накрутки у нас. Что скрывают турагенты? Сегодня в 15:30 на Перце. Половина украшений в России – подделка. Белый пластик, покрытый такой серебряной тонкой пленочкой. Но есть верный способ распознать фальшивку. Что скрывают ювелиры? Сегодня в 16:30. Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек. Это больше, чем население Магадана. Пропадают все – дети, чиновники, военные, бизнесмены, домохозяйки. Причины исчезновения часто остаются тайной. Более 80% пропавших находят живыми. Более 50 человек в день пропадают бесследно. Есть ли у них надежда? Пропавшие. Последняя надежда. Сегодня в 20:00.